Финишировал тоже очень известный марокканец, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Абдалаити Игуидер. Он вторым финишировал. И Николас Виллис из Новой Зеландии финишировал третьим. Таким образом, все, кто... Тех, кого мы называли в этом сезоне как лидеров, они все оказались в первой тройке. Вот нам показывают заключительные попытки на высоте 1,92 м. Ну, итог вы уже знаете, что 13 спортсменок преодолели эту высоту. Сейчас нам показывают их удачные попытки. Вот это остров Санта-Люсия, который представляет эта девушка. И Рут Бетье, который...